Всем приветики, и девчонки, и мальчишки. Сегодня я купила в фикс-прайсе нож для масла и хочу сделать обзор, понравится он мне или нет, что вообще из себя он представляет. Упаковка очень красивая, я бы сказала, даже подарочная, фирма Kitchen. Написано, что нож для масла специальный. Есть такие зубчики здесь, которые можно так вот мазать и выравнивать масло. То есть специальная такая форма, красиво сделана, выглядит очень красиво. Даже можно в подарок кому-то, например, приобрести, да, подарить. Написано, что эргономичная ручка, удобно вешать. То есть даже можно будет повесить на куда-то на крючок на кухне, и удобно будет ей пользоваться. Вот, подходит для распределения масла, плавленного сыра или джема. Здесь тоже картинка указана, как пользоваться. То есть можно не только маслом, но и мазать плавленый сыр. Нож для масла. Состав полипропилен и нержавеющая сталь, дата производства, изготовлена в Китае. Ну, посмотрим, как качество. Самое главное, чтобы была нержавейка и чтобы она действительно не заржавел. Открываем. В руке очень удобно держать, очень красиво сделана ручка с такой вот каемочкой, тоже металлической. Нож остренький, зубчики все ровные. Ну, сделано на первый взгляд достаточно качественно, на первый взгляд. То есть я не могу придраться к тому, что это какая-то вот, знаете, не пойми что. То есть выглядит он очень красиво. Если уж совсем придираться, то вот если посмотреть, вот края вот здесь вот не очень обработанные. Какие-то вот непонятные. Вот заусенцы вот здесь вот по краю есть. Стоит такой нож в магазине Fix Price 77 рублей. Сейчас я покажу чек. Нож для масла. Свит. 77 рублей. Я вот удобно, чтобы вам смотреть, показываю. 77 рублей он всего лишь стоит. Недорого, бюджетно. Сейчас я его помою. Обязательно нужно его промыть перед использованием в содочке там, или марганцовке, или моющим средством, чтобы попробовать им попользоваться. Протерли и попробую протестировать. Вот у меня есть масло кусочек хлеба. Очень красиво нарезает рифленой такой формой и также распределяет удобно. Масло еще такое тугое. Мне очень нравится. Очень. Это новинка в фикс-прайсе. Я не видела раньше таких ножей. Обычные просто были. А тут давно хотела приобрести, потому что очень удобно мазать и очень удобно намазывать. Вот.
Давайте еще попробую. Вот, хорошо. Хорошо режет. Прямо раз. Кусочки. Опа. Вот так. Видите, какие рифлененькие, красивенькие. Масло у меня стояло не замороженное, но стояло в холодильнике, поэтому оно еще не сильно растаяло. А если оно еще посильнее растает, то будет вообще мягко прям идти, как по маслу. Ну, мне нравится. Очень удобное приспособление. Держится в руке очень удобно. Рука не скользит, потому что здесь ручка такая приятная. Я думаю, что если он не будет ржаветь, то с удовольствием буду им пользоваться. Вот. Прям положу рядом с маслом, и вот в масленицу будет обязательно у меня, так сказать, буду пользоваться обязательно вот этим вот ножом. Очень понравился мне, нравится. Стоит его покупать. И тем более стоит он 77 рублей всего лишь. Если кто-то хочет пользоваться, может для себя приобрести в фикс-прайсе.